В общем, всем щербет. Ситуация такая. Каждый раз, когда я иду утром на работу, я прохожу мимо, ну, людных мест, где всякие пожилые люди раздают различные листовки. То есть, когда они мне их дают, я их всегда беру, всегда читаю. То есть, мне интересно, что пишут, о чем сейчас, скажем так, заботятся о нас, о подрастающем или взрослом уже поколении, всякие организации, что они вообще нам дают. Ну, значит, религиозная информация, как обычно. Какая же еще? На самом деле, когда в стране, ну, не совсем все гладко и хорошо, как чертики из табакерки, как грибы после дождя, выпрыгивают всякие чудотворцы, знахари, религиозные там организации, которые призваны, то есть, как бы, сделать нашу жизнь лучше, да, сотворить какое-то чудо, которое люди поверят, оторвать нас от серых дней и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, вот сейчас как раз благодатная почва для развития подобной всякой ерунды. Итак, смотрите, вот так выглядит листовка. Здесь у нас есть список из советская губернаторская, глубинский сыр, то есть список разных деликатесов и большая зеленая надпись, какой такой большой выбор, типа вот. Что интересно, что всегда апеллируется к каким-то бытовым ситуациям. Потому что человек, если увидит в руках сразу там какой-то, ну вот раньше они просто выдавали листовки, где сразу там было нарисовано лик Иисуса, там какой-то крест, еще что-то, то есть, как правило, такие листовки всегда человек выбрасывает. Но если он берет в руки что-то такое, то есть он не знает, о чем это, да, и это, ну, как бы, в любом случае он начнет читать, перевернет, и дальше уже его так плавно подведут к теме религии. То, что мы и видим здесь, да, сначала вот там колбаса, грудинка, и человеку интересно, а что же это такое, чем же это все будет продолжаться. Он переворачивает, и, ну, кто-то захочет поставить паузу, потом прочитает. Значит, организация называется «Евреи за Иисуса», то есть, насколько я знаю, то есть обычные евреи, они другой веры, они не христиане, да, поэтому в Иисуса они не верят. А это, наверное, какие-то, может быть, евреи, отпочковавшиеся от обычных евреев. Обычные евреи их чем-то обидели, я не знаю, что происходит. Но, судя по всему, то есть какие-то другие евреи. То есть речь о чем? Когда вы заходите в супермаркет, такой большой выбор, но это не самое главное, да, в жизни решение, какую колбасу покупать, а куда важнее, какую профессию выбрать, на ком жениться, бла-бла-бла. Кого и в кого верить, что самое важное. То есть задается вопрос дальше, то есть как бы вам дают выбор, кто такой Иисус, просто хороший человек, сын Божий, еврей, вот, ну и вы такие думаете, ну, там, еврей, допустим, а нет, в действительности Иисус не дает нам возможности выбирать и считать его кем-то другим, он есть на самом деле мессией и спасителем человечества, глаголица, то есть нам сначала, нам, знаете, таким, как морковкой перед ишаком помаячили, такой, типа, знаешь, у тебя есть выбор, как бы, вправо идти или влево, но потом нет, вот, выбора никакого нет, то есть то, что ты там считаешь, это никого не интересует, а на самом деле он есть мессией и спасителем человечества. И дальше идет, опять же, цитаты из Библии. И говорится, что, знаете, вера, в отличие от покупок, это не вопрос выбора, это вопрос истины. То есть, опять же, все приходит к тому, что у тебя нет никакого выбора, у тебя нет никаких мозгов, судя по всему, ты не можешь мыслить иначе, просто не можешь. Если ты мыслишь иначе, то все, ну, как бы горит тебе в аду, наверное, да. Собственно, что и подтверждает далее. Вот, слушайте мое слово, верующий, прославившего меня, имеет жизнь вечную, пославившего, извиняюсь, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть, как бы, и все у вас будет зашибись. Собственно, ничего нового я здесь не увидел. Давайте дальше посмотрим. Слушайте его. Опять же, вот апелляция к детям, к каким-то там к колбасе, здесь вот какому-то маленькому мальчику, да. Все любят, чтобы их слушали, когда ты был маленький, говорили, слушай маму. Не помогло. Ну, значит, хреново слушал, что могу сказать. Постарше слушайте «Голос Америки». Не помогло, сейчас я, там какой-то FM не помогает. Может, не то слушаем? Ну, и вот сразу же рецептик нам подгоняется. «Тебе не то дал Господь Бог твой, пророка из среды тебя, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие. Ну, вообще-то, ну, как бы апелляция опять к Библии, понятное дело. То есть, все цитаты, все оттуда. И
ну, нужно понимать, как бы, маленький факт, что Библия писалась тоже людьми, понятное дело, не Святой Дух водил пером по бумаге, вот, а люди — это такие существа, которые, в принципе, могут писать, что хотят. Но даже дело не об этом. Если даже предположить, что эта книга, ну, святая, да, то есть, как бы, и в ней много истины, то если вот посмотреть на эту фразу: «Тебе не то дал Господь, Бог твой, пророка из среды тебя, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». То есть, ну, понятно, что «его слушайте» всем понятно. До этого фраза, как бы, представляет из себя набор неких малопонятных, неудобоваримых слов, которые в любом случае нуждаются в трактовании. Я, допустим, не знаю, что такое «пророка из среды тебя». Это что значит вообще? И вот вся проблема в том, что трактовать можно это как хочешь. То есть, как бы, один человек это понимает так, другой человек это понимает эдак. А на самом деле, что это значит, ну, никто не знает. Это какой-то, ну, там, древний язык, может быть, тогда это было понятно, а сейчас вот понятно с трудом. Это, знаете, баба, жаба, бегемот, жопа, страус, пистолет, заседание окончено. Ну, типа такого плана. Но пророков сейчас много. Как найти того, который слушать? Ведь все любят, чтобы их слушали, а он один. Так кто же он? Ну и опять понятно, Иисус Христос. Даже еврейское имя Иешуа Машах. Мессия евреев и спаситель каждого человека. Так, то есть его нужно слушать. Как будто он напрямую может с нами разговаривать. Тогда он услышит вас. Хотите? Если да, то мы с радостью выступим в роли посредников. Ну, то есть, вот как-то так. Хочу сказать, что ни в коем случае не хочу задевать чувства верующих. Просто такая вот разборочка той литературы, которую пихают нам на улице. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. С вами был еще разок. Увидимся. Пока.